Вчора на сесії міськради депутати прийняли бюджет на 2022 рік. Про програму підтримки окремих категорій криворіжців, соціальну складову бюджету говоримо сьогодні з гостем студії Олександр Пискун, депутат міськради, голова постійної комісії міськради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Доброго вечора. Здравствуйте. Отже, поговоримо про програму соціального захисту криворіжців. Ця програма для України в цілому унікальна. Які основні соціальні статті передбачені в міському бюджеті на наступний рік? Бюджет 2022 року – це бюджет соціальної підтримки і бюджет розвитку Кривого Рога. Соціальні програми, які були в 2021 році, всі повністю зберігані. Більше того, вони навіть збільшені і фінансування збільшено на ці програми. Ми можемо говорити о таких соціальних програмах, як виплати чорнобильцям, виплати афганцям, виплати ветеранам Великої Отечественної війни, виплати ветеранам АТО. Учасникам АТО, это по 5000 гривен. Выплаты семьям, где воспитываются дети с инвалидностью, 10 тысяч гривен. На сегодняшний день увеличены выплаты лицам с инвалидностью с детства с 3 тысяч до 10 тысяч. Это тем, кто с 18 до 23 лет по петиции, была петиция наших граждан, вот, с 3 до 10 тысяч увеличены выплаты тем, кто проходит обучение, тем, кто учится. Также сохранен бесплатный проезд в городе Кривом Роге, бесплатное питание детям с 1 по 4 класс. В детских садах 50% от питания будут оплачивать. Если говорить про безоплатный проезд в коммунальном транспорте, насколько этот проект себя выправдал? В первую очередь бесплатный проезд, он сделан для того, чтобы поддержать жителей Кривого Рога. Это финансовая поддержка. Почему? Потому что на сегодняшний день, если мы возьмем стоимость проезда в Кривом Роге, она и так самая низкая в Украине. Берем трамвай, троллейбус 2,50, автобус 4 гривны, маршрутка 7-8 гривен. Мы знаем, что во всех остальных городах Украины трамвай, троллейбус, цена идет от 5 гривен, а это в 2 раза больше. Цена проезда в автобусе 8 гривен. В маршрутном такси 10 гривен. Цены намного выше. Даже если мы возьмем расценки криворожские, за год семья из 4 человек получает экономию 6 тысяч гривен. Минимум 6 тысяч гривен. Если мы выравниваем цены на общественный транспорт, такие как в остальных городах Украины, все украинские они будут, то эта экономия будет составлять в пределе 20 тысяч гривен. Около 20 тысяч гривен. Вот. И несмотря на то, что проводимый аудит и давление со стороны аудита на мэрию Кривого Рога о том, что нельзя проводить бесплатный проезд в городе, данная программа сохранена. Дякую. Про медицину. Сколько коштів закладено? Медицина також в пріоритеті. Финансирование увеличено почти в 2 раза. Больше 544 миллиона гривен. Сюда входит и программа «Стоп-инфаркт». Сюда входит и программа «Здоровье нации». Криворожане смогут получить качественное лечение, бесплатные операции, бесплатное стентирование. Это положительный момент. Значит, в эту же сумму входит ремонт наших больниц. 8-я больница, которая вошла в состав 16-й больницы, ремонт 17-й больницы, ремонт 3-й больницы, обладание киснем 17-й больницы, ремонт инфекционной больницы, ремонт и строительство амбулатории. Скажем так, на ремонт 8-й больницы 70 миллионов, на ремонт 3-й больницы 70 миллионов, на оборудование кислородом 17-й больницы это почти 8 миллионов гривен. Поэтому я считаю, это достойный бюджет. Дякую. Наостанок, ДЮСШ, палаци культури, вони можуть розраховувати на підтримку? Да. Значит, спортивная жизнь, особенно наших маленьких криворожцев, она в приоритете. Почему? Потому что именно от спортивной жизни зависит здоровье нашей нации. На сегодняшний день в бюджете на ДЮСШ запланировано почти 179 миллионов гривен. А это и зарплаты тренерам, это закупка оборудования и в ледовую арену, закупка оборудования для остальных детских спортивных школ.
Опять же, здесь я могу подчеркнуть, проводимый аудит в Кривом Роге настаивал на том, что детские спортивные школы должны быть на самоокупаемости. Тренера должны получать зарплату и самоокупаемости. Что такое самоокупаемость? Это все секции должны быть полноценно платные. На сегодняшний день у нас дети занимаются фактически бесплатно в спортивных школах. За счет того, что бюджет все финансирование зарплат тренеров взял на себя.